Привет, друзья! Роботы серии платформа может начать использовать Россия. Их стали замечать на российских полигонах. Боевой робот платформа М впервые был представлен в 2015 году. Робот создан как многофункциональная платформа. Робот способен нести как вооружение, так и разведывательное и инженерное оборудование, а также выполнять роль транспортеров. Робот вооружен 4 гранатометами АГС-30 и пулеметом ПТМ 7,62 мм с боезапасом 400 патронов, а также ПТРК «Корнет». Это один из вариантов вооружения. Для разведки робот использует РЛС-фара, тепловизор, дальномер и видеокамеры. Робот может оборудоваться приборами для обнаружения различных веществ и минным пралом. Роботы платформа М использовали в боевых действиях на территории Сирии, но данных по их эффективности нет. Робот массой 800 кг бронирован по 3-му классу защиты и приводится в движение 2 6,5-киловаттными моторами. Полезная нагрузка робота до 300 кг. Робот передвигается на резиновых гусеницах и может автономно работать до 10 часов на дальности до 1500 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.